На рассмотрение было вынесено 16 протоколов. 10 из них были составлены по факту нарушения правил благоустройства. Так, несколько заявлений касались неправильной парковки транспортных средств на придомовых территориях. Автолюбители размещали свои машины в неположенных для этого местах – за бордюрным камнем, на участках с зелеными насаждениями. На основе показаний жителей домов, а также фотографий, наглядно доказывающих нарушение закона, административная комиссия вынесла свое решение. Место парковочное здесь однозначно не предусмотрено. И дальше я зачитываю. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей. Не вы первый, не вы последний. Много людей пострадали. В числе рассмотренных протоколов одно постановление было составлено по факту нарушения общепринятых норм нравственности. Оно заключалось в отправлении естественных надобностей человека в неотведенном для этого месте. Остальные 5 административных дел касались нарушения тишины и спокойствия в ночное время. Все любители пошуметь и громко послушать музыку привлечены к административной ответственности. Большинство из них с пониманием отнеслись к таким мерам наказания. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Размещали свои машины в неположенных для этого. На рассмотрение было вынесено 16 протоколов. 10 из них были составлены по факту нарушения правил.